В 9 часов утра в жилмассиве «Красная речка» 32-летняя начинающая автомобилистка, испугавшись встречной машины, протаранила дерево и попала в больницу. Врачи увезли пострадавшую в стационар с предварительным диагнозом «перелом ноги и черепно-мозговой травмой». Горожанка, получившая права менее полугода назад, попала в сольную аварию, когда ехала на «Тойоте Аурис» по автобусной со стороны улицы Павла Морозова. Как горожанка рассказала полицейским, ДТП случилось из-за другого водителя. По ее словам, навстречу мчался внедорожник, шофер которого вдруг начал смещаться на встречную полосу, и она откровенно испугалась назревающего лобового удара. Опасаясь столкновения, автомобилистка слишком энергично выкрутила руль и не совладала с управлением. Иномарку занесло, она на полном ходу вылетела на обочину, где врезалась в дерево и бортом задела столб. От мощного удара «Аурис» развернула на 90 градусов. Машина застыла наполовину за пределами дороги. Местный житель, живущий в частном доме через дорогу от места аварии, объяснил, что не видел никакой помехи для автомобилистки. А кто-то помешал ей, может быть? Видели? Нет, не видел. А большая у нее скорость была, так примерно? Ну, я на глаз не могу скорость, у меня же нету скорости. Ты, может, очень быстро ехала? Не видно. Удар был сокрушительным. Вся передняя часть иномарки оказалась разбита. В салоне сработали подушки безопасности. После аварии проезжающие мимо автолюбители остановились и помогли пострадавшей выбраться из машины. Автоинспекторы выяснили, что собственницей «Ауриса», сидевшая за рулем, не является. «Тойота» принадлежит мужчине с другой фамилией. С места происшествия Валентин Борозняк, Анастасия Манина и Андрей Алферов.